Вот вы понимаете, сейчас идет война. Я это реально вижу, потому что смотрю свои сюжеты на YouTube. Потому что вот сегодня вышел этот сюжет в эфир. 16 июля 1914 года. А война-то идет, представляете, да? И в большинстве случаев россияне смотрят про эту войну. А где она идет? Она идет у нас, извините, рядышком, в стольной Украине. Вот. Я толком не понимаю, но наверняка этот выход из кризиса. А сейчас расскажу, что такое кризис. Кризис начался в 2007 году. Если мы помним, 1929 год, так вот там кризис закончился после Второй мировой войны, представляете, да? То есть 40 миллионов человек на тот свет. И кто-то же хочет, чтобы была Вторая мировая война, хотя я не хочу, потому что у меня есть ребенок, и я не хочу, чтобы у него такие проблемки были. Но кто-то хочет. И даже не буду говорить про это дело, потому что это неправильно. Война это не есть нужное событие. Так же, как и то, что мы живем в атмосфере лжи. Вот представляете, да? Что такое сотовый телефон и симки, все эти дела. То есть самая правильная симка Теле2шная. Вообще никаких проблем. Четко правил денежки, и они там год могут лежать, может быть и два, могут и три. Вот. А все остальное, МТС, Ростелеком, вся остальная бредятина, какую-то фигню, и нам начинают рассказывать. Включают музыку там или еще какие-то дела. И в течение месяца ваши денежки просто исчезли. Клевенько, да? Я не считаю, что это нормальное явление. Вот. Остальное, да, тоже тут банки нас душат. Вот у меня есть банк, очень плохой банк, представляете, да? Я ему уже все денежки отдал. Хотя мы-то можем прощать и 53 миллиарда долларов Кубе и всем остальным. Просто решили простить, да? Как же так-то? Зачем нам помогать тем людям, у которых проблемка-то возникла? У меня проблема возникла, да? Вы представляете, вот что-то такое. Вот. Если честно, я эту проблему решаю не в России, потому что в России это очень дорого. Я бы наверняка уже не жил бы здесь. Потому что химия здесь вообще космических денег стоит. Когда-то, может быть, кто-то и смотрел мои сюжеты. Хотелось бы, чтобы мои сюжеты смотрели, потому что я не буду говорить, что я пишу там открытое письмо президенту России Владимиру Путину. Зачем это делать? Представляете? Ну, я как бы живу и пыхчу. И что-то зарабатываю, во много благодаря тому, что я вовремя купил. Но хотелось бы объяснить, что, ребята, ну когда у тебя вторая группа инвалидности, и когда ты все денежки выплатил, может быть, хватит. Потому что, ну вы понимаете, да, куда деньги уходят. А банк он такой вот странненький у нас. Да и то, вот мне сегодня пришли документы, типа, иди в суд. Ты что-то отдай этому государству, я так и не уехал. То есть у нас государство на чем основано? На том, что оно нас давит. Тех, кому не очень хорошо, спасибо. Очень сильно спасибо этому государству. Вот. Так же, как и за химию, так же, как и за все, понимаете? Да? Мы не можем говорить о том, что мы даже лечим рак, потому что мы его не лечим. То есть в 1985 году у нас перевели английский учебник по борьбе с раком, а до этого все, труба. То есть как мы лечим? Да никак мы не лечим. Если вы хотите лечить рак, ну вот, пожалуйста, другие места. Из других мест, которые я посмотрел, реально посмотрел, еще не съездил, правда, в Китай, но вот Турция мне больше всего нравится, потому что там его лечат. Вот. И уровень медицины там тоже гугось. Вот. Все остальное, и Америка, Германия, Испания, там, я не знаю, в Испании не был, вот. Но есть еще такое государство, как Израиль. Там ценники в 5 раз дороже. Поэтому вам надо понять, где вы будете лечиться. И где лечиться правильно. То есть я вам все уже объяснил. Вот Индия есть, но Индия, она дешево, понимаете. Там лекарства вообще копейки стоят. В Турции они чуть подороже, но все равно. Все то, что мы здесь лечим. Вот сейчас объясню. То есть за азитромицин мы платим в 5 раз больше. Вот, то есть он там стоит 100 рублей, а у нас стоит 500 рублей. Нормально? Все так, ну, пучком нормально делается. Вот. Про химию вообще рассказывать будут другие.
То есть, когда я туда поехал, здесь химия стоила в 30 раз дороже. А курс химии был на 3 месяца, это примерно 1500 долларов. Вот на 3, в 30 раз умножить, у меня нормально получается. Да, 1,5 миллиона хлоп, вот, хлестнули. Нормально, что, Россия, о, крутизна. Вот, и я вам сейчас покажу место, где бы мне хотелось жить. Потому что и гражданство будет, хотя мне вот гражданство уже не нужно. Мне, в принципе, не нужны те деньги, которые вы мне сейчас платите, потому что все-таки телеканал на YouTube платный. Дело в том, что эти деньги не мне пойдут, а они пойдут моему сыну. То есть я-то еще как-то нормально проработаю. И все есть, по сути-то. И видеокамера, и все остальное. Вот, а сыну это будет подарком от меня. Вот, когда ему нужно будет. Так вот, сегодня, что я хотел бы вам показать. Сегодня я вам покажу возможность купить недорогую недвижимость. Про дорогую я вам показал, а теперь будет про недорогую недвижимость. Серия сюжетов из Турции. А где же радость-то? А радости-то и нету. Потому что то, что с нами происходит, заставляет задумываться. И не только о здоровье. Понятно, что со здоровьем у нас все гораздо хуже. Мы стоим где-то в начале 70-х годов прошлого века. Так нас еще и обложили по полной. То есть наше дивное государство нас дует. Налоги с автомобилей – это самое дорогое. Но и не только. А главный доильный агрегат – это ипотека. То есть в межбанковской среде занимает у Центробанка по 4%. Вам вваливает под 15%. Нормально? Кстати, для тех, кто не хочет мариноваться в маленьких хатах, тут еще и налог на недвижимость веселенький. То есть к страховке, выросшей на треть, плюсанется еще и налог на ваше жилье. А так все будет просто весело. А в ценах? К примеру, средняя зарплата в 1000 долларов. 51 тысяча рублей – это то, что с вас удержит. Плюс еще 7 тысяч, если нормальная тачка. Страховка – плюс еще 7. А если в ней еще нормальные лошадки, ну плюс еще столько же за налог, если это хороший дом или хата. То есть минус 100 тысяч в год на налоги. А вы с этого будете хорошо жить. И это абсолютно непонятный сектор, замоченный на ваших деньгах. Ну а что, так плохо, что ли? Процент на лекарства, плюс кварплата, плюс ребенок, я вообще молчу. Здесь вы будете жевать и далеко не морковку все оставшиеся годы. Есть и другой вариант. Купить себе здесь малявочную хату или масюсенький дом, ну плюс деутика. А на все остальное там, где вас не тискают. То есть в нашей стране не собираются из вас делать богатюгу. С вас и с мелкого будут брать немерено. Так вот, а зачем это надо, а? Поехали в другие места. По-моему, это-то и надо делать, если у вас есть то, что заставляет думать. Итак, мы покинули город будущего, город Каш, в котором, ну, в скором времени у вас будет возможность приобрести недвижимость, так же, как вообще в Анталии. Какое впечатление произвело на нас увиденное? Ну, во-первых, даже несмотря на достаточно дорогую солярку, в смысле бензин, ездить и путешествовать по турецкому побережью можно. Почему? Потому что великолепное топливо 97-го розлива, скажем так. И это топливо позволяет даже на двигателе 1.3 спокойно путешествовать. Даже на механке, даже на Hyundai. Хотя Hyundai, в общем, очень впечатляющий автомобиль, сочетающий в себе великолепные тяговые характеристики и не напрягающий стиль вождения. Даже при пробеге 140 тысяч километров. Теперь, что касается нашего Каша, что касается цены на недвижимость и что касается, собственно говоря, того, стоит ли покупать недвижимость здесь и когда необходимо это делать. Ну, я бы порекомендовал все-таки ближе к 40 годам всем задуматься и подумать о том, что, ну, сложные температуры, все-таки минус 30 зимой, плюс 35 летом, учитывая еще и сколько нам необходимо за коммунальные услуги платить. Ну, проще приехать сюда, вы сразу же получаете вид на жительство, сразу же оформляете страховку, начинаете выплаты, и все, и вас уже ожидает, ну, суперовское гостеприимство, в смысле турецкой медицины суперовской. Какие квартиры мы увидели? В принципе, квартиры доступные. Необходимо учитывать еще и тот вопрос, что эти квартиры полностью готовы. В некоторых, в большинстве из них, простите, даже уже стоят кухонные гарнитуры, холодильники и все остальное. А это практически половина стоимости жилья, потому как, ну, вещи стоят не дешевые, скажем честно. К
Как можно ездить в Каш? Ну, тут есть два пути, но предпочтительен тот, который мы выбрали. То есть прилетаете в Анталию чартером. Наконец-таки надо напинать наших туроператоров и все-таки объяснить, что Турция — это все-таки круглый год. Как говорится, на вкус и цвет. И на небольшой кошелек. Потому что Лазурный берег — это совсем другие цены и совсем другое отношение к жизни. А так приехали, поставили где-нибудь на стоянке ваш недорогой автомобиль, лучше на коробке автомат, потому что, ну, Каш такой городочек веселенький, в смысле, он и по жизни веселенький, но вот по горкам девушке, конечно, на механке будет трудно кататься. И все, 2 часа его тут, по великолепной дороге, которая мне чем-то напоминает нашу башкирскую автостраду. Так что, ну, так что думайте, мы вам показали, а выбор, как говорится, за вами. Теперь о ценах. Все тюркоязычные люди поймут, что такое Емлак. Это продажа недвижимости. А Сахибинден – это то, что продается. И я не буду объяснять, но вы поймете. Не каждый поймет еще и то, что по сути мы с тюрками помирились очень давно. Про Россию вспомните? Светлый волос, голубые глаза. А сколько у вас таких, а? Теперь про то, что стоит недорого. Вообще надо понять. Дома там, где тепло, к нашим домам не имеют никакого отношения. У нас стена 800 мм кирпича. Там в один кирпич, поставленный боком. Ну понятно, откуда дешевые цены. Там в домах люди живут тихо, и это правило. Там гуляют в виллах, и это тоже. И поэтому результат. Квартиры стоят недорого. Но правило такое, где иногда шумно, и это не спальня. Но из чего же строится и где гарантия того, что дом не рухнет, если будет землетрясение? Итак, за что вы платите деньги, когда покупаете недвижимость в Турции? Сами подумайте, как здесь умеют строить. Если, ну, все крупнейшие объекты строились именно турецкими строителями. А я внимательно посмотрел, мне стало просто действительно интересно. Гористая местность, и даже когда существует проблема наводнений, как с ней здесь справляются? И какой дом вы будете покупать? Мы рекомендуем вот эту фирму, с которой мы познакомились. И вот, пожалуйста, то же самое строение, что будет здесь. Как сделано все? Ну, фундаментная подложка – это одно дело. Затем идет уже совсем все по-взрослому. Затем уже конструируется опалубка. Обратите внимание, сколько заложено стальных конструкций. То есть дом и все строение будет чрезвычайно прочным. Где-нибудь вы видели что-нибудь подобное в Магнитогорске? То есть нету никакого шлакоблока. Хотя, ну, у нас вот такая технология строительства. Здесь монолитное строение. И сколько это монолитное строение будет в пересчете на наши деревянные рубли стоить? И в пересчете на наши деревянные рубли этот дом будет стоить тут до 9 миллионов рублей. Но это будет полностью готовый дом, в который вам не надо ничего вкладывать, собственно говоря. Вам не надо будет доштукатуривать. Вам не надо будет перепланировать что-то. Все вопросы можно обсудить в процессе проектирования и затем уже строительства. И кроме всего прочего, я вам скажу так, ребята, что, ну, почему проблема с ипотекой в России существует? Потому что наше законодательство не позволяет банкам, ну, злобного неплательщика забрать имущество. Если вы оформляете ипотеку на объекты недвижимости за рубежом, все гораздо проще. И остается только вам вовремя рассчитываться и наслаждаться жизнью. То есть 9 миллионов – готовый дом. Не в один этаж, естественно. И понятен подход, что даже если и трясенет, то ничего не развалится. Еще круче дома строят в Египте. Там столько металла запахивается, что даже 9 баллов землетрясения. И как-то легко, и ничего не развалится. Теперь о кирпичах. Вы наши кирпичи помните? Что наш бетон, что наши кирпичики делались и делаются из непонятно чего. Честно говоря, не ждал и не гадал, что вам придется полазить по строительным объектам в Турции. Полазили, посмотрели, из чего сделано. Вот из такого кирпича. Ну, внутреннее понятно все это дело. Это монолитное строение, то есть очень крепкий, прочный дом, связанный с железом. Затем уже, ребята, вот давайте поговорим о другой технологии строительства. Обратите внимание, вот он, кирпич турецкого производства. Сколько он весит? Ну, не более 500 грамм. Вот такие соты. То есть подумайте сами, какая мощная теплоизоляционная способность у этого кирпича. И внутренние вот такие. Но кроме всего прочего, очень удобно проводить скрытую проводку, потому что буквально секцию выломали и все. И теперь, и в завершении рассказа о технологии строительства, мы скажем, что вот этот дом с квартирами, так, теперь спокойно, не падайте. Трехкомнатная квартира общей площадью 93 квадратных метра. Это 73 тысячи евро. Квартира будет закончена полностью, с финишной отделкой. Вы можете просто заезжать и жить спокойно.
То, что мы видели на третьем этаже. Два уровня, ну, стоит чуть-чуть подороже. Итак, сами подумайте, трешка в Кемере за такие символические деньги. Но кроме всего прочего, к трешке в Кемере вы получите сразу же вид на жительство. Затем уже, получив вид на жительство, начинаете делать социальные отчисления. И в результате лет через 5 вы уже можете полностью получать социальную страховку и пользоваться турецкой медициной. Высококачественной турецкой медициной. Теперь о том, что внутри. Внутри все клево. И только у нас студия типа без всего и за 40 тысяч турецких лир. Там готовая хата со всей фурнитурой, совсем. Приходи и живи. Кстати, о том, как все делается. Это стандартное жилье или вы можете что-то поменять? Да все зависит от того человека, который купит дом и что ему нужно. Если он хочет что-то изменить, он платит деньги. И мы все меняем. Я вижу замечательный бассейн, я вижу замечательные дома, я вижу растения и пальмы, и все это включено, и это финальная часть. Да, конечно, мы об этом договаривались, когда начинали строительство. Все, что было, и мебель, и газон, и кондиционер, и холодильник, и все, что хотел тот, кто купил этот дом. Ну, а если владелец может что-то поменять, то почему бы и нет? И мы можем предложить ему скидку. Ну, как вы понимаете, любой россиянин хотел бы построить себе сауну, либо хамам. Вы можете здесь это сделать? Ну а почему нет? Захочет, сделаем. Но вы должны понять, что люди едут сюда за солнцем и теплом. И здесь много и солнца, и тепла. А так, по сути, здесь в Кемере достаточно много хамамов. И вы можете пользоваться хамамом с сервисом или услугами. Но если владелец хочет, мы ему это можем построить на участке. Но по сути, надо ли это? А мы поговорим о погоде. Дело в чем заключается? Россияне говорят о том, что зимой в Кемере холодно. Так ли это? Ну, посмотрите, сейчас середина октября, а погода до сих пор очень хорошая. Конечно, иногда здесь бывают дожди, и бывает холодно, но в основном это солнце. И вы понимаете, какая температура. То есть, когда вы здесь живете, все хорошо. И вы, естественно, одеваетесь так, как мы, то есть футболка и шорты. Но иногда месяц или полтора необходимы бывают ветровки. Но в основном здесь хорошая погода, и я живу здесь 5 лет, если что. А какие верхние и нижние цены за такие дома? Да, в действительности это зависит от того, насколько дом стоит рядом с морем, и качество здания. И вы можете найти себе дом в пределах сотни тысяч турецких лир или 3-4 тысяч в зависимости от места расположения дома и размеров. Это очень необходимо. И вы знаете, я на многое что смотрю и понимаю, что жизнь моя была нормальной в этой стране при Брежневе, когда мы строили коммунизм. И всего один год в начале 94-го, когда нам дали возможность накормить страну. А все потом не дало нам возможности ни жить, ни работать. Нас постоянно давят, но вот результат. Жить в Беларуси и Казахстане круче, здесь пипец. Кто-то может не согласиться, что нас так задавили, но вот он результат. И вопрос-то не в том, что я слишком родину люблю, но ненавижу государство. Для меня часть государства, ответственная за мою жизнь и здоровье, и это бредятина. Так вот, спасибо, что вы это сделали. Так что государство придется менять. Ну да, к сожалению, так и получается, да? Что нам приходится ехать туда, где нас лечат. Потому что, сейчас расскажу, мало кто знает. Так вот, пока еще от онкологии у нас умирает 65% населения. А что такое? Откуда такие глазки-то? Да я знаю, знаю. 65% населения у нас умрет. Пока еще не сделаны все лекарства и не придумано ничего.
Но не надо никому говорить и не надо никому руки складывать и говорить, и общаться о том, что рано или поздно вы скрякнете. Крякнут все. И я не видел ни одного человека, который бы спокойненько вот, на тот свет ушел. Рано или поздно это у всех наступит. Но единственный вопрос, если вы заболели онкологией, вы уже должны понять, что для вас необходимо делать. Вот на мне написано водка. Так вот, водку я вообще перестал пить, то есть 2,5 тонны я в свою жизнь выпил. Вот. Сигареты сразу досвидос. Вот. Хотя некоторые сигареты вам все-таки нужны. То есть, к примеру, анаша, в смысле марихуана. Ну, понятно, что это такое, да? Никто же не рассказал, что это дело полезно. Так вот, я расскажу, что это дело полезно. Вопрос в том, насколько она полезна. Вот, допустим, если поехали в Америку, да, с учетом тамошней дорогой медицины, там нормально все работает. То есть, если онколог вам говорит, что надо лечиться, вам эту анашу и дадут. Вот, в смысле, марихуану. В смысле, это то же самое, по сути. То, что у нас творится, я вообще понятия не имею. То есть, сколько людей уже на тот свет ушло. То есть они не могли лекарства купить, облегчивающие их страдания, представляете? А больные все были раком. Так что вот про болезнь раком и про Россию это неправильно все. Вот. Я вам показал, где вы в принципе можете жить. Если вы хотите, вы можете жить и в Турции. По цене вопроса в 5 раз дешевле, чем это в Израиле. Вот. Ну, естественно, Германия. И там я не знаю, сколько это делается в Америке. Вот. В ближайшем будущем я съезжу еще и в Китай, посмотрю, как там лечат. Потому что химия у меня уже мной уже пропита, представляете, да? Целый год я пропивал химию. Вот, а теперь закончился. Поэтому надо как-то жить. Потому что я хочу жить до того момента, когда сыну исполнится там, 20 лет, чтобы я его женил. Вот у меня быстренько ребенка сделал. И все было пучком. Вот. Жить я наверняка буду не здесь, хотя. Что такое здесь? Понимаете, я в прошлом году посмотрел, когда меня не было в Магнитогорске в течение 1,5 месяца, как здесь все просело. Сейчас все нормально, все пыхтит. Вот, потому что я здесь пыхчу, потому что у меня есть видеокамеры, потому что у меня есть фото и все остальное. То есть, ну, и вот поэтому я пыхчу, понимаете, да? Но часть жизни наверняка в другой стране. И вы понимаете почему. А теперь подумайте, куда я поеду.